Sunrider is at your disposal, Captain. How can I help? Countermeasure successful. I hope Engineer, you know you're doing an increase in our capabilities. You're watching me, Captain? Yes, Captain? Captain, you better keep your eyes on me. Now it's my turn to help. The Sunrider is at your disposal, Captain. Reporting for duty. Fire to heavens! Order me, Captain. Опять я разговариваю с выключенным микрофоном. Да чтоб тебе! For duty. Yes, sir. Captain? Captain. Charging my credit successful. What? I'm not doing at your command. Alliance cruiser here. Reporting for duty. При всем моем уважении, это просто жесть какая-то. Эзак, я вообще здесь выживаю? Стоп, да я живой, что ли? Серьезно? Я уже думал, GG, ушел. А что они сделали-то? Что-то нифига не понял. Понимаете, что, просто все упор ко мне подошли, что ли? Все? Серьезно? Issue your command.
Не, конечно. Жесть, выжил. Два хп. Твоит мозг компьютеру. Да я вот не уверен, что так все просто. Не, я вообще не верю, что меня так просто отпустят. Он сейчас флагманы подойдут и начнется на самом деле мясо. У меня осталось 3 выстрела. Логичнее всего было бы снести вот этого и вот этого. Тебя тоже не очень. Но осталась только жопа, если честно. Вот этих ребят я не очень боюсь. Но вот это сейчас вот это вот может мне в башке так надавать. Повезло. Не повезло. Зря не починил. Дважды повезло. Captain.
Ваня, все. Интересно, они погонятся за Солрайдером, нет? Я не продержусь два хода. Do you need something scanned, Captain? You're watching me, Captain? Yes, sir. You're watching me, Captain? Corrupting data. That'll show you. Virus uploaded. That'll show you. Awaiting orders, sir. Issue your command.
Нифига себе, они наспамили технарей-то. Каким макаром я сейчас выиграл, я не знаю. Я в курсе, что крейсера Альянса не ресуются, поэтому я пытался свалить ими. Фух. Отряд противника Россия, но подкрепление ПАГ продолжает прибывать.
Да чтоб его, я снова забыл микрофон включить, когда... После того, как почитал, начал кашлять, выключил микрофон и забыл его включить снова. Бред, короче. Ребят, все, мне надо выздоравливать, я иначе не смогу стримить больше. У нас много работы, а выпускной уже послезавтра. В таких обстоятельствах задержаться допоздна – это естественно. Кэта взглянул на стопку документов, с которыми предстояло разобраться до выпускного. Стопка возвышалась в половину роста Авы. Чем дольше Кайта на нее смотрел, и тем больше он погружался в пучину отчаяния. Этого бы не случилось, если бы ты не сказала всем остальным уходить. Нет, они только мешались. У них выпускной на этой неделе. Кто мог сосредоточиться на документах в таких условиях? Челеса в соцсовете предполагает определенную ответственность. А если они не хотят воспринимать свою работу всерьез, тогда они мне не нужны. Что ж, а теперь послушай меня. Ты очень умная, но тебе срочно нужно менять свое отношение к людям. Ты хочешь, чтобы у тебя больше никогда не было друзей? Ава вздохнула. Нет, мне как-то все равно. Ты всегда такая. Ты знаешь... Ава поднялась из стула. Куда ты идешь? К торговому автомату. Мне нужен перерыв. Я... ладно. Я побуду тут. Попытаюсь разобраться во всем этом бардаке. Кайта нахмурился, запоминая 60-ю форму запроса на оборудование за этот вечер. И наконец-то он отбросил ручку. Мы ни за что не успеем разгребсти все это вовремя. Извините, мисс президент, но я подаю прошение об отставке. Выдался хороший год, и мы старались изо всех сил. Но это конец. Кайта отдал Аве честь, продолжая бредить. Прежде чем я паду на этом поле боя, я хочу сказать лишь одно. Смерть документам! Да будет всем известно, что я, Кайта Шилдс, объявил канцелярскую работу своим злейшим врагом. Отныне я никогда в жизни не притронусь ни к одному листику документации. Ава встала. Она пнула стопку документов, и листы разлетелись во все стороны. Кайта уставился на нее, разинув рот. Хм. Мы все равно бы не смогли заполнить их вовремя. Да, но... Эй, Кайта, на шкафу стоит обогреватель. Достань его. Кайта встал на стул, спустившись. И спустил со шкафа обогреватель. А почему ты мне раньше не сказала? Я себе все отморозил. Он включил обогреватель и уселся перед ним. Ава села рядом. Значит, вот так и завершились наши славные приключения. Ну... Но мы неплохо провели время. Неплохо. Это была просто катастрофа. Меня все ненавидят. И что в итоге мы добились? Учителя проигнорировали мои предложения. Студсовет нужен взрослым. Только чтобы было на кого свалить канцелярскую работу, которой они хотят заниматься. Ценный руководительский опыт? Преимущество при поиске работы? Ха. Ну, хорошо, хоть кто-то из нас считает, что не потратил время зря. Ты просто безнадежный дурак. Большое спасибо. Я тоже благодарен тебе за поддержку. Ну, вот и все. Какая бы судьба тебя не ожидала, надеюсь, в космосе,
Ты найдешь, что ищешь. Судьба. Что за чушь? Я записалась на флот только из-за отца. Послушай меня, Кайта. Людей триллионы, и каждый из них мало что значит. Запомни это, когда в следующем году займешь место президентства Совета. Я буду президентом? Похоже, она мне не верит. Эй, Кайта, хочешь, я тебя поцелую? Что? Что он тебя нашло? Понял. Давай-ка я поморочу голову дурачку Кайта разговорами о судьбе и высоких материях. Разыграю его в последний раз перед отъездом. Ведь ты об этом думаешь, да? К сожалению, мисс президент, я тебя раскусил. Ты никогда меня не... Их лица соприкасались, но ощущение было мягким и далеким. Ощущение от их первого поцелуя. Сердца неистово бились. Локоны ее волос щекотались в шею. Ага, понятно. Она все-таки влюбила в него.